умрешь, доктор, в начале новой эры. И Земля станет новой Скаро. Кому нужна ваша планета? Там все нестандартно и втаптывается в грязь. А это Далек Сек. Вы не забыли? Он самый умный из всех Далеков. И что вы с ним сделали? Это ваша новая империя. Это основа для цивилизации. Мои Далеки. Поймите вот что. Вы выбираете смерть, разрушение. И смерть, и разрушение придут к вам. Неверно. Мы выживаем. Мы уничтожим главного врага, доктора. Но он может помочь. Нет, доктор умрет. Нет, умоляю, нет. Уничтожить. Нет. Ваш лидер. Только он мог вывести вас из тьмы, а вы его уничтожили. Видите, что они сделали? Вот что такое Далеки. Внимание! У новых Далеков повышен уровень серотонина. Я все равно умру. Пусть молодежь поработает. Первая кровь для новых Далеков. Вперед! Им полезно! Новые Далеки, целься! Чего вы ждете? Командуйте! Быстро! Уничтожить! Уничтожить! Это приказ! Я вам приказываю! Они не стреляют! Что ты сделал? Это приказ уничтожить! Зачем? Далеки не обсуждают приказы! Но зачем? Прекратить! Но зачем? Никаких вопросов! Но ты нам не хозяин, и мы... Мы не Далеки. Да, вы не Далеки. И никогда ими не будете. Простите. Я оказался на пути молнии. Вы получили ДНК властителей времени. А с ней любовь к свободе. Они не слушаются. Значит, все умрут. Ложись. Уничтожить. Уничтожить гибридов. Все хорошо, все в порядке. Вы молодцы. Вы свободны. Новые Далеки, наша неудача. Убить. Нет. Не может быть. Нет! Что такое? Что это было? Они убили их. Не позволили им жить. Новый вид. Это геноцид. Погибли только двое Далеков. Должен был остаться еще один. Да. Один Далек. Во Вселенной.